Областная служба крови Екатеринбурга обращается к гражданам с просьбой не отказываться от сдачи донорской крови. Группа крови и резус могут быть любыми. При себе важно иметь паспорт с местной пропиской и СНИЛС. Накануне нужно выспаться и позавтракать. Прежде чем ехать, пожалуйста, ознакомьтесь с противопоказаниями к донорству. Прием доноров проходит по будням с 8:00 до 12:30.